И снова добрый вечер, мои дорогие, с вами Алкобард. И вы просили украинскую водку, я нашел украинскую водку. Итак, перепелка карпатская, очищенная белком перепелиных яиц. Ну, я решил, что под украинскую водку мне нужен что? Сало, цибуля, хлебушек и борщ. Но дело не в том. Тут есть прекрасная надпись. Новая эко-горилка. Эко-водка — это вообще последний писк моды, понятное дело. Любой хипстер выберет именно ее, но я пошел дальше и решил погуглить, вообще поинтересоваться, что такое все эти эко-водки и так далее. И разговаривать мы будем вот конкретно про данный экземпляр. Данный экземпляр мне брат жены привез в подарок, за что ему отдельное спасибо, но речь сейчас совершенно не об этом. Я нашел их сайт. И читаю. Уникальная авторская рецептура, разработанная ведущими специалистами. В общих чертах они разработали методику очистки не обычными яйцами, а перепелиными. Это и называется уникальным процессом. И дальше. Результатом технологических новшеств стало присвоение водки перепелка статуса эко-бренда. А теперь, собственно, именно о том, что такое эко-водка и с чем это едят. Так вот, эко-водкой является та водка, в которое произведена из сырья, которые без генно-модифицированных продуктов. Ну, это уже хорошо так и быть. Но я, например, не знаю, вся белорусская водка, по-моему, уже автоматически считается эко-водкой, потому что никто у нас ни пшеницу, ни рожь, ни картошку, ни свеклу генно-модифицировать не собирается. Далее, самый интересный момент, вот он меня очень порадовал. Дизайн бутылки водки «Перепелка» выполнен в эко-стиле, который для многих стал философией жизни. Господа! Что такое эко-стиль для бутылки водки? Разъясните мне. Конкретно, вот что здесь, где здесь стиль жизни для меня новый, я понять не могу. Ну да ладно. Плавные линии и контуры бутылки подчеркивают идеальную чистоту продукта. Ребят, давайте линиями и контурами бутылки не будем подчеркивать никакую чистоту. Продукт сам должен свою чистоту подчеркнуть вкусом. Ну, еще из эко-материалов я здесь вам отмечу вот эту вот наклеечку, которая реально из картона и, наверное, она перерабатываемая. В отличие от вот этих вот полиэтиленных. Ну, это все фигня. Сейчас будем открывать да пробовать, потому что издеваться над закрытой водкой каждый может. А ты попробуй поиздевайся над открытой. Хочу вам еще сказать, что у них на сайте написано, что именно вот эта перепелка карпатская, мягкая на вкус, особенно питкая, с тонким ароматом сушеных яблок. Прикольно, поэтому наконец-то закрываем комп, начинаем работать, читаем состав, попутно переводим автоматически на русский язык. Вода артезианская, что-то там подготовленная, спирт люкс, ароматный спирт сушеных яблок, ребятки, и сахар. Ароматный спирт сушеных яблок. Вообще должно быть прикольно. Поэтому открываем. Господи, как же ж тебя открыть-то? Да. Ну, вынужденно тормозим в поисках ножа, потому что, как вы видите, карпатская перепелка не хочет открываться традиционными методами, поэтому вот так. Нормально. Да что ж ты будешь делать-то, господи. И ищем запах сушеных яблок. Для них мало положили. Или с носом у меня что-то. Ладно, поехали, ребятки. За вас, за нас и за то, чтобы всем все было хорошо. Двойственное чувство. С одной стороны, водка как водка. С другой, это первая водка, которую я неистово хочу закусить прям вот первую. Поэтому наливаю вторую. Половиночку. И что вам сказать? Наверное, украинскую водку надо пить вот с этим вот всем. Сейчас я попробую, как это будет выглядеть в комплекте, и вам позже расскажу. За трезвость, не чокаясь.
Ой, дорогие мои, да, в принципе, оказывается, пить и есть это тоже хорошо, но, как вы видите, я это показываю несколько в другом стиле, без долгих разбирательств, чавканий и так далее и тому подобное. Короче, что я вам хочу сказать. В принципе, перепелку эту пить можно. Я нифига там не заметил никаких сушеных яблок. Вот просто вот хоть режьте меня, но я их что-то не прочувствовал. Но вообще водка как водка. Абсолютно нормальная. А точнее, я скажу, наверное, завтра с утра. Поэтому сейчас половиночку. За то, чтобы утро было добрым. Сейчас. Нет, еще секундочку. Вот. Теперь я, по крайней мере, в состоянии спокойно говорить. А вообще, что вам сказать? Раньше украинская водка, конечно, была лучше. Но раньше и солнце было ярче, и щи были кислее, и девки были симпатичней, и пивасик более газированный. Какую пургу я несу? Боже мой. Наверное, все-таки перепелка-то действует. Ладно. За вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. И вообще за вас просто. И встретимся в следующих видео, которые выйдут очень-очень скоро. Пока.